Важнейший праздник в истории России – День Победы – будут отмечать во всех городах и районах Чувашии, но с учетом эпидемиологической ситуации. Какие вопросы надо решать в первую очередь, что нового ожидают жители республики, обсудили на заседании рабочей группы по организации и проведению праздника. По традиции в республике стартуют всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Вахта памяти» и другие. Здесь все понятно. Вопросы вызывает проведение бессмертного полка. Пока склоняются к формату онлайн, но окончательное решение будет принято в конце апреля. Парад Победы поменял место проведения. На смену Красной площади пришла площадь республики. Чтобы сохранить здоровье пожилых людей, ветеранов войны и тружеников тыла, им рекомендовано смотреть Парад Победы по телевизору. Но если все же кто-то решится прийти, надо подготовить места, чтобы пожилым было куда присесть. Само действие будет, как всегда, интересно. Мероприятие примут более 2000 человек, а также около 70 единиц военных частей. Планируется прохождение 18 парадных коробок и предполагается также участие мотоциклистов-байкеров. Репетиция парада начались 22 и 27 апреля. В эти дни, а также 5 мая во время генеральной репетиции парада с 14 до 16 часов движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено. Также в параде предполагается участие авиации с десантированием парашютистов. Участники парада обязательно пройдут тесты на наличие коронавируса. Всего в республике на 9 мая запланировано почти 2000 мероприятий. Все они пройдут с учетом ограничительных мер. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.